Казанским федеральным университетом и Институтом языкознания Российской академии наук на нашей базе впервые в Российской Федерации будет проведен очередной, уже 21-й международный конгресс лингвистов. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошел международный научно-лингвистический саммит «Языковое разнообразие в глобальном мире». Мероприятие было направлено на обеспечение обмена научными знаниями, формирование позитивного имиджа российской науки, а также информирование широкой общественности и потенциальных партнеров о результатах проводимых научных лингвистических исследований в Казанском федеральном университете. Благодаря нашей совместной работе нам удалось выйти на проведение сегодняшнего саммита. И нас очень радует и то, что в саммите принимают участие известные главные редактора ведущих международных научных журналов, которые входят в базу данных Scopus, в базу данных Web of Science и в другие известные базы данных. В настоящее время как никогда важно, чтобы люди открывали и приобщались к общечеловеческим ценностям через призму культуры других народов, учились межличностному и межкультурному общению. Для эффективного решения этой важной задачи необходимо повысить социальную значимость языкового и культурологического образования в обществе, воспитывать у подрастающего поколения уважение к своему и к другим народам и культурам. Отметим, что данный научный саммит проходил дистанционно, с соблюдением всех общепринятых ограничений, связанных с COVID-19. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.